Всем большой привет из городского парка. Сейчас я хотел вам показать одни грибы, которые все зачастую встречали. Это шампиньон. Шампиньон обыкновенный, который растет у нас все лето. Но сейчас как раз идет пора, когда их больше, чем обычно, то есть осень. Это шампиньон обыкновенный. Он растет в парках, в лугах есть. Чем характерен? Вот они, шампиньоны. Вот он, шампиньон. Он зарождается под землей и постепенно, приподнимая ее, вылазит на поверхность земли. Вот еще один шампиньончик, прям вылез из-под земли. Рядом с ним можно найти еще один. Небольшой бугорок, раскапывайте, и в этом бугорке, вот он. Вот он, шампиньон обыкновенный. В начале, у молодого гриба, под шляпочное пространство закрыто пленкой, пленочка. При ее сдирание образуется вот такая розовая мякоть. То есть у него пластиночки вначале розовые, потом становятся более бурые пластинки. У старых грибов, более старых, пластинки потихонечку становятся коричнево-бурыми. Вот такой мясистый гриб, шампиньон. Этот нечервивый гриб. Чем отличается от бледной поганки? Тем, что у него нет клубневинного утолщения у основания. Это хорошие, вкусные, съедобные грибы, которые можно жарить, варить. Засолом они не очень идут, маринованные бывают шампиньоны. Вот типичный шампиньончик, который только вылез из-под земли. Он белый, загнутый вовнутрь. Вначале шляпка загнута вовнутрь. И у него есть небольшая пленка, кольцо. Это вкусный гриб, но в черте города он впитывает в себя много вредных веществ, поэтому такие грибы рекомендуют собирать за городом, то есть в черте города не рекомендуют собирать. А так это очень вкусный гриб, и его трудно спутать с бледной поганкой, потому что у него пластинчатый слой розовый, в отличие от бледной поганки. Собирайте и употребляйте в пищу. Шампиньон луговой.